Здрасте, товарищи! Добро пожаловать на кухню величественного, самого знаменитого телевидения ТВ Джем. Когда приходите на кухню ТВ Джем, возьмите хороший острый нож, порежите картошку, типа листиками, кружочками, как вам это то удобно. Картошку ставьте в воду, чтобы ушел лишний крахмал. Это очень важно для приготовления нашего сегодняшнего блюда. Наше блюдо называется тортилья. Делают испанцы знаменито, вкусно, полезно и т.д. и т.д. Пока картошка освобождается крахмала, вы, конечно, возьмете головку лука, снимите кожу и, значит, полуколцами. Затем возьмете одну глубокую посуду. Сюда добавите 8 яиц. Можно венчик, можно вилка, добавьте немного соли. Хорошо то все взбьете. Затем всегда можно да накрутите перец. Не обязательно вам это делать, но я себе добавлю немного чеснока. Конечно, тут экспериментов море. Можно добавить, если хотите, и орегано, можно добавить любую траву на ваш вкус. Тортилья – это, испанцы говорят, не блюдо, а философия. Освободите все воды. Потом возьмите одно хорошее чистое полотенце. Добавьте сюда картошку. Как-то хорошо сосушите, потому что потом, когда добавите в масло, оно не будет пшить. Ставьте сковородку на плиту. Добавьте оливковое масло немного на сковородку, пусть греется. Тут у нас полотенце выпило лишнюю воду. Масло нагрелось. Аккуратно все добавляем. Желательно немножко да смешаете, чтобы каждый кусок картошки зажирился, чтобы они не клеились, чтобы потом легче они си обжаривались со всех сторон. У нас картошка получила такой красивенький цветочек. Сейчас мы то все добавим в одну тарелку. Затем добавим следующую часть. Добавим чуть масла. Добавим лук. Добавим оставшуюся картошку у нас. Все это хорошо промешаем. Добавим немного соли. Тут у нас есть немного шампиньонов. Возьмем яйцо. Еще немножко это все смутим. Зальем. Берем температуру и желательно все это накрыть. Возьмем тарелку, ставим сюда, перевернем и потихоньку добавьте сюда. Опять закроем и оставим на еще примерно там 5-6 минут на тихом огне. Берем тарелку, накрываем. Вуаля! Режете так, перво на 4 части, затем, значит, на 8. Можно ее, конечно, сервировать. Можно просто так подавать на стол. И теперь наше блюдо готово. С вами были Серж ТВ Джем. Спасибо, приятного аппетита, до свидания.